Ну что, девочки, мальчики, я вас приветствую на основных каналах. Интересную тему для вас нашла. Сейчас озвучу. То, что мы не видим в себе, да, но при этом это видно окружающим. Буду работать на нейтральной колоде, потому что, ну, короче, не хочу нагнетать. Если, собственно, уж нужно будет нагнетать, я всегда это пойму и чем-нибудь вам как начну нагнетать, потому что много нагнетающих колод вот рядом, но нагнетать не хочу. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. В инфобоксе время начала вашего видео. Вот. Всем спасибо, кто остается с нами, кто является спонсорами наших каналов, вот, кто приходит в проживание, зажмурившись, вот, а потом такие умнички, что вывозят абсолютно весь тот объем, который мы даем вам. Ну, мы тоже, конечно, стараемся быть вам полезным, потому что у нас можно научиться коммуникациям, вот, у нас можно общаться на разные темы, мы даем хорошую лекционную часть, у нас есть обзоры колод, у нас есть проживание арканов. Вот сейчас немножко эта вся ситуация нормализуется, и я буду запускать еще проекты, сейчас мне просто нужно чуть-чуть восстановиться, отдохнуть, да, наполниться энергией, в том числе физической, потому что запуск проектов – это всегда такая энергозатратная история. Она не может быть по-другому, потому что, ну, хорошие проекты всегда запускаются на энергии создателя. Ну, в том числе еще на моем личном бренде, как-никак. Да, и таролога, там, и ведьмы, психолога, шамана, как хотите. Я вообще просто себя не идентифицирую никак, поэтому... Это ваше дело. Кто я для вас? Просто не умею ничего делать, но отшибись. Вот это моя какая-то больная, наверное, история. Что если я что-то делаю, всегда выкладываюсь. Все, наверное, сказала все, что хотела. Не хочу много болтать. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. Еще раз тема расклада. Какие изменения замечают нас окружающие, мы этого не видим. Ну, можно, знаете, посмотреть, как я сама или сам себя вижу, и как видят окружающие на Spellcasters. Наверное, на прямых и на перевернутых будем смотреть. Зеленый, оранжевый, полосатый. Выбирайте свой камешек. Камешки для вас принципиально не меняю, потому что это опять начнется в комментариях, что поменяйте камешки, а кто-то скажет, а не меняйте камешки. И я такая, ничего вам менять сейчас пока не буду. Потому что сейчас энергия неустойчивая, нифига. Смысл мне сейчас вообще менять вам камни. Если многие за этот камень там держатся как проводник. Хотя вообще они изначально для меня, вот, чтобы я в состоянии потока, меня как бы не унесло, это просто мой вектор. Что у меня три варианта, ну и примерное как бы количество времени на каждый. Так, зелененький, ну что, привет. Здрасте. Как ваши дела? Нет, у вас есть энергия, это ваш как бы жезл, ощущение, что я все-таки как на выпускном, да? И вся жизнь у меня впереди. И какие-то детские энергии, такие по пажу жезлов. Не могу сказать, что они особо серьезные, как-то выпрямлены. Не особо серьезно сами себя воспринимаете. Ну ладно, давайте. Как вы сами себя видите сейчас? Как вы сами себя видите? Ни туда, короче, ни сюда, да? Такое ощущение, что вы хотите, чтобы вот эту башню, сейчас посмотрю, какой сферы она касается, кто-то за вас бы, собственно, бы разрушил, да? А я такая с ценностью, как там, видимо, это Пандора с этим ящиком, да, через Харона перебираюсь на другой берег. Но вы это не сами делаете, башня перевернута. Вот вы же точно понимаете, что должен быть переход. Вот точно понимаете, да, что должен быть иной путь. Знаете, когда говорят, что назад пути нет? Какой сферы касается ваша эта не случившаяся башня? Относительно ваших иллюзий, это семерка кубков.
Относительно себя, относительно непонимания, кто я, например, да, или что я конкретно сейчас транслирую, потому что нам сейчас точно хочется спрятаться. Спрятаться в ощущение, что я что-то миролюбивое, доброжелательное, безопасное, беззубое, да? Такое ощущение, слушайте, что нас реально прям уже на другой берег выгоняет, вот. А мы все еще там остаемся. А нас как бы ждут уже на другом берегу, а мы там остаемся. Вот так мы себя чувствуем. Ну вот, про берег сказала, вроде что нужно прыгать в пропасть. По шуту. Новый путь начинается смотреть. Мы это четко осознаем и понимаем. А он токсичный у нас или что? С узелком там бежим. Да нет, абсолютно нет. Мы просто очень боимся, что старый мир разрушится. Старые взаимоотношения с миром, старые отношения, ну, там, с мужчинами, в частности, или с женщинами. Ну, просто я почитаю Короля Пентаклей. Может, муж, кстати. И как бы Король Мечей перевернутый. Не знаю, у меня вот про вас ощущение, что вы вынуждены сидеть на двух стульях. Угу. Вынуждены сидеть на двух стульях. Я не знаю, может быть, правда у вас там несколько персонажей там, да? Как запасной аэродром. И мы действительно пока не понимаем, что с этим делать. Хорошо, давайте. Изменения, которые замечают в нас люди, мы сами не замечаем, то есть, ну, вот это наш сейчас как бы фокус внимания, что мы такие все котики, все прям такие беззубые, все такие любвеобильные, не идем в откровенную конфронтацию, она нам необходима, и ощущение, слушайте, что мы пытаемся не своими руками, да, загребать жар, а тем, что мы можем, например, кого-то подставить, и, собственно, человек... Знаете, как, когда говорят, что не рой другому яму, да сам в нее попадешь. Может быть, вам действительно роют яму, а вы это поняли. И теперь смотрите, как человек просто обгадится сам, да? То есть мы ничего активно делать не будем. Мы просто наблюдаем, да, как он, как труп врага условно, да, проплывет как бы мимо нас. Да, то есть на самом деле человек сам сделал свой выбор. Мы точно не будем его спасать в этот раз. Однозначно не будем. Давайте, изменения, которые в нас происходят, люди это видят, мы это не замечаем. Перевернутая звезда. Угу. Вы стали, наверное, менее эмоциональными, а более меркантильными, кстати, может быть. Да, видите, какая красивая королева кубков, когда она свой кубок закрывает. Да, и ножкой эти так аккуратненько, да, и сидит такая на троне. И, скорее всего, меньше душевности, да, у вас стало. Вы очень сильно, как это сказать, абстрагируетесь, вероятно, от вот этих чувств. И когда, например, вам могли как бы сказать раньше, что вы такой прям светлый человек и прекрасный, да, вот такой. А потому что раньше у вас была такая история, что вы были склонны к зависимым, созависимым отношениям, понимаете? А сейчас как бы этого нет. Сейчас этого нет, вы пытаетесь как бы с этим бороться, да, и вы, скорее всего, понимаете выигрышные позиции, что если вы эмоционально не вовлекаетесь, чем меньше вы вовлекаетесь, да, тем больше люди вовлекаются. Чем больше вовлекаются люди. Ну, конечно, кто-то может сказать, что вы стали высокомерны. Больше ценности, смотрите, появляются собственные.
больше ценности. Вот. Ну, собственно, вот видите, людей не устраивает, они вам перевернули звезду. И вот, знаете, вот ощущение такое, что, может быть, кто-то скажет, что вы надменны, что вы там типа возгордились, да, или как бы вы хотите от этой жизни больше, чем другие люди, и вот они возмущаются, типа, на каком основании, да, вы считаете, что у вас условно привилегированное положение. Вынесла, говорим, да, куда-то. Тройка чаш. Ну, явно стали нам более эгоистичными. Отдалились. Ну, давайте так. А людям это нравится? Паш Пентаклей. Королева Пентаклей. Да, кстати. Кстати, да, потому что ощущение, что действительно в вашей жизни что-то, какие-то кардинальные перемены. И как бы показывают, что вот, ну, на вас, понимаете, смотрят как на человека, который умеет или хочет там о себе заботиться. О себе, понимаете, в первую очередь, да? И если, ну, как-то условно люди не умеют это делать, они, смотрите, как бы через ваш пример, через те изменения, которые происходят как бы у вас, вполне возможно, что чему-то даже учатся. Точно как-то больше ценности, смотрите, да, появляется. Сразу, смотрите, мне показывают королеву жезлов и, собственно, перевернутый повешенный. То есть вы, скорее всего, считывались раньше как бы по повешенному, потому что вот это семерка чаш, да, как бы и карта солнца. Ну, условно, короче, всем и ничем, да, всем и ничем. Всем хорошее, да, всем хорошее условно, и зачем так делать, не совсем понятно. Вот поэтому как бы изменения у вас, они есть, они достаточно положительные. И если есть как бы часть людей, которые считают, что вот вы в эти изменения в своей жизни вошли не по праву, там возгордились, там надменны или еще что-то, да, есть как бы часть людей, которая понимает и говорит, вот, перед глазами у меня сейчас достойный пример. И вполне возможно, что вот эти, ну, люди как бы вот второй вот этой категории начинают тянуться к вам. Начинает тянуться именно как бы по той причине, да, что вы учите, как в первую очередь фокусироваться на себе. Говорит, гляди, как вообще, как вот изменилось или изменился человек, да? Потому что ощущение, что вы как будто себя собрали, да, из состояния жертвенности во что-то такое красивое, во что-то мощное, да, в женщину или там мужчину, кто меня смотрит. Вот, потому что у вас мужские и женские черты очень сильно просматриваются на раскладе, да, который умеет управлять энергиями. Да, явно вот из какого-то хорошего, светлого человечка вы стали просто взрослым человеком. Ну, конечно, не всех это устраивает, но мы же не можем быть приятными всем. Это путь к неврозу, да? Двоечки, ну что, давайте я буду смотреть происходящее с вами. Давайте так, как вы сами себя видите и как вас видят окружающие? Давайте, как вы сами себя видите? Расскажите мне.
А тут у меня полупроснувшаяся императрица. Помните, как императрица в Таро ночи? Ну, сейчас мне не показывает. Ой, у вас еще проявление теневой стороны, да? Как разрешение на совсем иное качество жизни. Рыцаря мечей, перевернутые. Доколе я тут буду, собственно, терпеть, да? И здесь как бы сил моих больше нет, потому что, опять же, ощущение, что меня тут... Ну, как сказать, насильно, что ли, наверное, помещают в зависимое, да, такое положение, потому что пятерка кубков – это, может быть, затяжная депрессия, кстати, да. А ощущение вообще, что мою ценность вижу только я, да, перевернутый, повешенный. Ну, для кого-то усугубляется, понимаете, ситуация, а для кого-то это действительно про мощный взрыв, который произойдет, да. То есть мы заложники определенных ситуаций. Да, мы пытаемся, смотрите, мы пытаемся найти что-то хорошее, да, четверка кубков переворачивается, это говорит, что вот этот затяжной период четверки, пятерки, когда почти энергия на нуле, да, он у нас скоро закончится, мы все-таки найдем этот общий знаменатель. Вы действительно пытаетесь найти... как это, в своей жизни, вот если у вас что-то не получается, как бы вы хотели, да, что-то хорошее, то есть мы пытаемся найти причинно-следственные связи. Вполне возможно, что либо мы скоро найдем, вот, либо мы действительно в этом всем закопались. Найдете, ребят, тут все нормально будет. Либо эта ситуация, девочки мои прекрасные, связана с тем, что вы сейчас в финансовом положении от своего бывшего мужа или мужа там, да, или пока не можете действительно управлять своей жизнью по императору, потому что все-таки пятерка пентаклей, да, эта карта переворачивается. И может быть это действительно связано про недвижку, что, например, вам там негде жить, да, или дети, я не могу уйти от мужа, потому что, ну куда я, собственно, пойду. Если он вас там подбухивает, например, или различные треугольники в вашей жизни могут наблюдаться, ощущение, что он божится и клянется, что вот все у нас скоро наладится, да, а вы вот прям вы действительно не можете оторваться от этого всего. Сейчас еще вашу королеву Пентакли посмотрю. Стали закрываться очень сильно. Однозначно стали закрываться, да, двойка мечей. Ножницы. Все, я хочу уже что-то резать, я хочу уже что-то рвать и рубить. Потому что шестерка пентаклей, король пентаклей. Ну, потому что явно в этом зависимом положении, да, если человек рядом с вами живет, явно у него либо выше самооценка, либо больше, собственно, требований он к жизни предъявляет, и, видимо, вы должны это все выполнять. Если мальчики меня смотрят, ровно такая же ситуация может быть с партнершей, да, ну или с партнером, потому что как бы 21 век, и я как бы абсолютно нормально ко всему этому отношусь, потому что здесь такое может быть, а здесь очень сильно чувствуются две мужские энергии. А кто-то из моих прекрасных девочек просто дико хочет выйти замуж. И это очень сильное желание, я не знаю, желание, чтобы было сильное плечо рядом, да, или просто человек, который живет в другой семье, но при этом он пока не собирается разводиться. Там еще манипуляция, потому что вы в позиции ждуна однозначно. Хорошо. Что поменялось, да? Что видят вас окружающие, но вы это не замечаете. Я так понимаю, что вы слишком уж погрузились, да, в ощущение рутины и не понимаете, что вполне возможно, что вы симпатичны лицам противоположного пола. Что, может быть, вы стали более коммуникабельными, понимаете, или более открытыми все-таки к изменениям. Может быть, правда, понимаете, в вашу жизнь пришла весна, и вы тут на пороге все-таки уже принять бой со своей тенью, да, по двойке мечей.
Потому что вы на самом деле готовы к благоприятным изменениям смотреть, что поменялось у вас, да, что вы не, вы вот действительно стали идти в контакт. Стали более контактными, стали более, может быть, дружелюбными, смотрите. Что там еще по королю пентаклей? Скорее всего, вы своего мужчину, там, работодателя, может быть, прошлую жизнь, вы оставляете со своим токсом самостоятельно, да, то есть мы перестали спасать, и мы больше не верим, и стали заниматься своей жизнью. Может быть, вы перестали думать о том, что, ну, как же я, например, там, с детьми, могу построить новую жизнь, потому что для вас это более чем вероятно. Да, сейчас туз пентакли перевернутый, да, шестерка кубков перевернутая. И здесь я могу, конечно, сказать, что, может быть, вы либо подсознательно ищете нового отца своему ребенку, или как бы пробиваете ту тему, что, вот насколько мне будет комфортно в новой семье, потому что я как бы все, ну или в новых отношениях, да, потому что как бы я все-таки себя не на помойке нашла. И вы из такой, знаете, девочки, которая меня смотрит, да, или там мальчики, неважно, из вот этого сильного партнера, который тащит и вывозит на себе, да, действительно мы расслабляемся, да, и на вот эту вот расслабленность и новую энергию, да, как бы к нам приходят условно совсем другие люди. А вы пока этого точно не понимаете, просто не понимаете, что у вас изменилась энергия, да? Может быть, стало больше воздуха, понимаете, у вас, может быть, стало больше легкости. Потому что, скорее всего, по страшному суду вот эти все манипуляции были пресечены. А у кого-то, кстати, чистка произошла, смотрите. Магию, например, там сняли, да? И сразу стало легче дышать. Сразу карта силы, девятка пентаклей перевернутая. Или хочется все-таки смотреть, у нас появляется сила, да, для того, чтобы поменять как бы что-то в своей жизни. Соперничество сильное женское, в котором вы выигрываете. Подружка, видимо, щучка, будет наказана, да, по заслугам. Еще кое-что вижу, но скажу, ладно, я вот это давно уже, кстати, не говорила ничего там на тему магии, но вполне возможно, что на какой-нибудь щучке там подружки подклад на то, чтобы в отношениях вы ссорились и с мужчиной все было плохо. Ну, просто подумайте, может быть, вы это нашли или как-то это перестало работать, и вот крадничек, короче, какой-то сняли, крадник на предмет. Ну, возможно, кладбищенский даже. Или, ну, короче, как-то связан с ритуалистикой. У него очень чистый такой. Сейчас не знаю, что это такое. Опять показывает мне пятерку жезлов. Короче, была какая-то попытка перекрытия дорог. Но снимается все достаточно быстро, при этом через монастырь. Попросите те силы, в которые вы верите, да, просто вам помочь. Потому что вы, вот правда, это не по справедливости, ничего плохого не делали. Ну, просто вот, видимо, кто-то решил, что вы слишком хорошо живете. Такой интересный второй вариант. Так, троечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
Так, что мы смотрим по третьему варианту? Давайте мы с вами смотрим, как вы сами себе видите сейчас, а потом как бы посмотрим, что же у вас поменялось, изменилось, и как люди, в общем, на это реагируют. Да? Энергия появилась, у вас вообще ее не было. У вас ее не было, это четверка кубков. Было ощущение апатии, уныния, да, по четверке кубков. Энергия немножко начинает появляться. Почему, кстати, у нас вот это было ощущение апатии, уныния? Дьявол. Восьмерка мечей. Слушайте, у кого-то, кстати, правда магическая работа. Ну, просто диагностировать. Ладно, начну немножко, ну, потихоньку, потому что, скорее всего, это несправедливо, в общем, сбросили со счетов это все. Да, была, кстати, смотрите, попытка. Вы что-то подцепили, я не знаю, может какую-нибудь лярвочку, может какой-нибудь крадник. Ну, что-то подцепили, правда. Так самое интересное, что сами могли снять это все, оно прям сидело на вас. Оно прям сидело на вас. Угу. Очень медленно разрушала, да, какая-то деструктивная программа внутренняя на разрушение. Прям запущенная. Короче, не дождутся. Не дождутся, потому что это все делалось типа фуфа, да, а давай-ка попробуем, потому что явно вы какой-то прям наивный человек. Может быть, это психологические моменты, понимаете? Может быть, это треугольники, которые вас как-то морально очень сильно высасывают. Ну, всякие треугольники, не всегда они любовные, потому что это, может быть, интриги какие-то на работе, еще что-то, не дождутся. Эти планы им, собственно, как-то не суждено как бы сбыться. Но здесь люди вмешивались, чтобы эти планы, ну, короче, вот ваши планы, чтобы закрыть. А получается такое, что люди не дождутся, условно, чтобы эти вот как бы планы закрыты были. И то, что вот пытались там что-то сделать, как-то вам навредить, такое ощущение, что прям реально на коленке. Ну, видим, да, самоучки какие-то. В интернете прочитали на форуме «Черная магия» что-нибудь. Ясно. Просто вам назло, да, какой-то, может, там, крадничек, видимо, на успех. Господи, опять подружки-щученьки, да? Подружки-щученьки. Так, что у нас еще интересного? Шестерка мечей. Как будто вас выкинула, да, куда-то. И туз пентаклей. Ну вот мы смотрим, да, что ощущение, что прям очень сильно прям перекрытие. А попытка, может быть, я не знаю, перекрытие там связи с вашими вот этими родовыми какими-то факторами. Нас выкинуло, получается, по шестерке мечей. Потом как бы у нас не было энергии. Плюс мы еще столкнулись то ли с психологическими, то ли с магическими атаками. Да? И тем самым нам либо разорвали как бы связь, вот ощущение, что вы не чувствуете сейчас помощи рода совсем. Либо здесь идут какие-то блоки прямо на уровне тела, да, на уровне энергии. Такое ощущение, что нас как будто не видят. Нас как будто вот пытаются выкинуть куда-то. Нас откуда-то вытесняют очень жестко. Может быть, это действительно конкуренция, смотрите, прям в нашей личной жизни. И вот такая ситуация происходит, вот знаете, как крадник от партнеров еще может быть. На вот этом состоянии конкуренции. Типа, я же тебя люблю, да, я же вот, собственно, все же для тебя же делаю. Слушай меня, да, условно, а потом ты смотришь, бац, у тебя финансовый канал перекрыт. Что делать надо?
Пойдите, отожгите все. Угу. На прикрытие потенциала, на чего-то успех, чтобы было не видно, там не замечали, ну какое-то ощущение смотреть морока, и получается, как знаете, как вот такой крадник, как вот отток энергии, короче, от вас, ну на что-то, собственно, другое, да? Как вот перебрасывают вашу энергию, смотрите, на что-то другое совсем. Через кладбище это делают. Какой-то ученик. Угу. И прям смотрите, это планомерно, какая-то работа, короче, не получается, не получается, не получается. И вот сначала одно в вашу сторону, потом другое, да? Вот, различными какими-то методами, может быть, кстати, даже рунами, смотрите. Пытались пробить как бы защиты ваши. Планомерно прям пытаются пробить. А вас защищает, и ощущение, что прям защищает сверху кто-то, при этом достаточно мощно. Может быть, кто-то прям вам, вас как-то отмаливает или еще что-то, но прям смотрите, какие атаки идут, вообще что-то энергии нет. Хорошо, давайте. Давайте. Тут понятно более чем. Даже объяснила, почему. Так, хорошо. Давайте, что там у вас поменялось? Люди это видят. Может быть, кстати, это те люди, которые действительно пытаются какие-то подлянки в жизни делать, да? Вот. Вы это не замечаете, а изменения очевидны. Так, карта мира. Королева мечей. Я представляю, как это бесит всех тех, кто, собственно, вам тут камни, да, кристаллы в огород кидает. Ну вот, потому что ничего на самом деле плохого нет, да. Ощущение вообще, что вот все, что они делают, короче, вообще не в коня корм, да, какие-то прям странные истории, потому что, вот я уж не знаю, замечаете вы или нет, потому что это полноценный выход в королеву мечей, ничего плохого в этом нет, то есть мы сами являемся условно хозяином своего мира. Перестали, скорее всего, заслуживать одобрения по шестерке жезлов, смотрите. Перестали его просить, перестали его заслуживать. Действительно, ушли в какие-то в свои процессы. Были, скорее всего, более открытые, более дружелюбные, а сейчас как бы ушли в свои процессы. Заигрывать, наверное, с этим миром еще перестали, да? Заигрывать с этим миром перестали нерезультативно, вот как-то так, да? Вот, и вот люди, собственно, которые это замечают, вашу личную королеву мечей, как они на это реагируют? Им это как? Чем сильнее вы, как это сказать, абстрагируетесь, да, тем сильнее, смотрите, к вам вот как прям повышенное внимание, да. Чем сильнее к вам, ну, тянутся, да, тем, как бы сильнее вы отдаляетесь, тем сильнее на самом деле к вам тянутся.
Обесите вы токсичных людей. А король мечей перевернутый, да, пятерка жезлов. Это знаете, вот кого бесите? А кому-то, в общем, что-то перестали бесплатно давать. Ключи, советы, еду, любовь, энергию. И вот этих людей вы бесите, конечно, однозначно. Может, вашего бывшего, понимаете, какого-нибудь бесите. О, еще как син. Он прям с трона вас пытается скинуть, да? Прямо как это, очень боится потерять влияние какой-то персонаж. Ну, вот эти вот изменения, которые у вас происходят, они благоприятные с точки зрения окружающего мира, высших сил и так далее. Карта Луны. Колесница, а пока непонятно, то есть непонятно, куда это движется, поэтому у вас, скорее всего, тоже какой-то, знаете, переходный период, да, с чем-то нужно расставаться и тоже как бы идти во что-то новое, а у нас пока нет энергии. Ну, так подожрали, конечно, откуда она вообще будет? Мы сами себя вытащили, смотрите. Или вот как бы высшие силы. То есть это вынужденное мое такое состояние, да? Потому что если бы у меня реально были правильные коммуникации с миром, я бы уже вот всех тех, кто делает мне плохо, там какие-то гадости и так далее, я бы уже их уже за борт бы выкинула или выкинула бы. И вот, смотрите, мы на самом деле закрываем донорский пункт. И нам это прям показывают. А нас пытаются, опять же, знаете, там, провампирить на то, чтобы мы открыли этот донорский пункт. И все. А здесь как бы понимаю, что донорского пункта как бы больше нет. Ну и у нас, конечно, могут быть такие как бы откаты, потому что мы же, видимо, привыкли помогать, спасать, да, тащить на собственных ресурсах. А все, мы это, как это сказать, мы это не делаем, но все-таки еще оглядываемся, да, вот, по перевернутой как бы четверке мечей, то есть как бы ждут, но в этой ситуации реально, может быть, притвориться мертвым, чтобы эти все волки ушли от тебя. Не светите, пожалуйста, да, не светите свое благополучие, не светите свою какую-то внутреннюю уверенность, да, потому что это безумно дико раздражает людей, и если бы это просто раздражало, да фиг бы с ними. Понимаете, но ощущение, что тех, у кого внутри война, всегда будет раздражать те, у кого внутри покой. Но мы никогда не знаем, какой ценой этот покой дается. Поэтому просто старайтесь не отсвечивать, да, но при этом не быть слишком токсичными как бы, по отношению как бы, к тем, кто сейчас явно слабее, чем вы. Да, как бы условно выбирайте правильную позицию, выбирайте золотую середину. В общем, вот такая у нас интересная позиция получилась по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.